Всем привет, меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет и, кстати, подписывайтесь. А в этом коротком видео я вам расскажу, как быстрее всего победить на последнем уровне сложности в пятой цивилизации. Он называется еще восьмой уровень сложности или божество, по-английски deity. В общем, имеется... А, нет, давайте сначала, как всегда, по поводу вот этого маленького видео, которое крутится, вот сейчас видите у себя на экранах внутри. Это я когда-то своему другу делал свадебный фильм, и снимал его, и монтировал. По-моему, как всегда, получилось прикольно. Единственное, из меня оператор не очень хороший, но фильм очень забавный получился, и можно даже незнакомым людям показывать. Особенно удалась глава, в которой регистрируется брак. Так что посмотрите, получите положительные эмоции. Кроме того, вот сейчас в аннотациях должен появиться адрес сайта Kudr Art. Это, как я понимаю, сайт моего зрителя Рустама Кутубаева. Он там у себя разместил баннер вот на мои эти видеорассказы о цивилизации на мой канал. Дал ссылку на мой канал, мне об этом рассказал, я зашел на его блог, посмотрел, что прикольный сайт, там он картинки, ну, то есть, это, как я понимаю, сайт дизайнера, человек, который всякие картинки рисует. Интересно, я в этом не разбираюсь, но мне просто полазить было интересно, поэтому рекомендую вам зайти посмотреть. И сразу предупрежу, что я не буду вот так рассказывать о всех, кто на меня ссылки размещает, просто мне этот сайт действительно понравился. А теперь непосредственно к главной теме нашего видео. Хотите быстро получить ачивку о том, что вы умеете побеждать на последнем уровне сложности в Циви? Вот это видео для вас. Ну и вообще можно посоревноваться, кто сумеет быстрее за меньшее число ходов победить на последнем уровне сложности. Играть мы будем за гуннов, за Атиллу, они очень сильные в начале, на Пангее, на дуэльной карте, ну уровень сложности божество и скорость средняя. Не быстрая, а средняя. В сопернике выбирайте нацию, которая вначале не имеет бонусов. Ну вот я выбрал Корею, а так можно, в принципе, вот Нидерланды брать. Или, ну, иракезов даже, они, может, не успеют еще до своего этого, до своих... Да Ганди не стоит, у него стена есть. Против Аравии, против Швеции. Ну, в общем, есть вариант. Значит, тут все понятно. Единственное, что берите возраст мира 3 миллиарда лет, тогда будет меньше гор и холмов. Вы быстрее будете бежать. Осадки редкие, чтобы меньше джунглей было. Уровень моря высокий, чтобы как бы Пангея поменьше была. И в остальном... Быстрый бой, один город. Единственное, что отложенный выбор повышения. Вот это важно. Потом я в процессе игры расскажу, почему. Далее. Когда вы начинаете игру, выберите, чтобы у вас был город, рядом с которым уже есть лошади. Причем желательно, чтобы он был вот на равнине такой, значит, и вся карта равнинная. То есть не постесняйтесь несколько раз перегрузить карту. Сразу в городе начинаем строить воина, а исследуем стрельбу из лука, чтобы до лучников добраться. Ну и исследуем карту. Вообще, вначале я вам рекомендую эту карту исследовать, то есть вот сохранить первый ход. Потом наклепать много юнитов, исследовать ее, потом начать заново, уже зная, где находится соперник и где находятся руины. Я вот, например, так и сделал. Поэтому я знаю, что у меня корейцы находятся слева на карте, а вот и к руинам я сразу направляюсь. Мы получили 20 очков культуры, это значит, что мы быстрее доберемся до генерала. Естественно, принимаем честь. Вообще, в вашей игре, конечно, в руинах не обязательно будет культура. Просто вам тогда придется побольше юнитов наклепать. Так что, если нашли руины с культурой, хорошо, идем к генералу, то есть к кодексу чести. Если не нашли, больше юнитов строим. Имейте это в виду и как бы корректируйте это все на ходу. Так, теперь вот в руинах мы получаем таран. Это самый важный юнит в этой стратегии. А так как город вырос, то переключаем, вот замочки ставим так, чтобы он давал максимальное производство и не рос, чтобы быстрее наши юниты производились. Как раз открываются лучники, и после строительства воина мы в городе начинаем строить лучников. Значит, смотрите, если бы вы не открыли в руинах таран, то вы бы шли к обработке бронзы. То есть сейчас бы после
стрельбы из лука, сразу нажимали обработка бронзы и ждали бы, пока она откроется. И потом, к моменту ее открытия, покупали бы таран. То есть такая стратегия. Так как мы таран уже получили, то я со спокойной совестью исследую колесо для того, чтобы добраться вот до гуннского уникального юнита «Лучники на конях», или как он там называется. Своим вторым воинам я иду к варварам, потому что они будут давать мне за свое убийство культуру. Ну, на корейцев не обращайте внимания, все их отфутболивайте, ни о чем не договаривайтесь, мы их должны все равно победить. Значит, генерала, у нас, видите, низкая культура, всего плюс один, так что генерала быстрее всего мы получаем за убийство варваров, так как принятие чести дает нам культуру за убийство варварских юнитов. Еще денежку дает открытие всех четырех городов-государств, которые есть на карте, то есть считайте, что либо 120 золота вы получите, либо 60, в зависимости от того, нашли их корейцы или нет. Но вам этого хватит вполне для покупки тарана. То есть идея в том, чтобы как можно быстрее получить таран и примерно 3-4 юнита поддержки. А так как это дуэльная карта, то для победы вам будет достаточно всего лишь захватить столицу соперника. Вот теперь обратите внимание, наш юнит получил повышение, но мы не используем повышение. Мы его оставляем на тот момент, когда будем атаковать корейцев. Как вы думаете, для чего это сделано? Правильно, для того, чтобы лечить наши юниты мгновенно. То есть, вы же видите, что можно не только повышение выбирать, но и излечение юнита, по-моему, там наполовину очков здоровья, но в любом случае у нас как бы появляется бесплатная аптечка для атаки. Согласитесь, очень круто. В городе без остановки мы продолжаем клепать военные юниты, то есть в данном случае лучников. Так как у нас уже есть таран, и мы скоро получим генерала, то нам хватит двух лучников, одного воина и одного тарана для победы. Теперь нам, в общем-то, надо открыть столицу корейцев и приблизительно прикинуть, откуда мы будем атаковать их. Смотрите, сейчас я убью воина и получил плюс 8 культуры. То есть мне всего 11 достаточно для получения генерала. Сейчас убью вот второго варварского воина, и мне всего 2 хода до генерала останется, так что можно отправляться к корейцам, как раз генерал тоже подойдет. Вот и колесо открылось, можем строить гуннских лучников, но я думаю, что они нам даже уже не понадобятся, они не успеют добежать к корейцам. Мы захватим их и без них. Захватим корейцев и без... Как же они называются? Конные лучники. Значит, еще раз обращу ваше внимание, что вам может не повезти так, как мне. Вы не откроете в руинах таран, тогда вы просто идете по технологическому дереву к тарану, к обработке бронзы. Все найденные деньги копите на его покупку, а он будет стоить 310 золотых. Потом при открытии бронзы покупаете таран и сразу идете воевать. Видите, я получаю кодекс чести и бесплатного генерала. Все, у меня уже есть все юниты, которые мне нужны, открыты все социальные политики, которые мне нужны. Надо уже заканчивать это дело. 19-й ход, пока мы доберемся, дойдем, я думаю, где-то к ходу 35-му должны закончить. Вообще, честно говоря, гунны довольно читерская нация, особенно ее в онлайне не очень любят, потому что слишком сильна на ранней стадии игры. Даже не столько вот вообще сама нация, сколько ее юнит-таран, потому что ему достаточно 2-3 ударов по городу для его захвата. А он сам как бы не очень хорошо убивается. Поэтому у гуннов всегда в начале тактика получить таран, пару-тройку поддерживающих юнитов, которые там будут отбивать атаки на него всяких воинов и так далее. И идти всех завоевывать. Потому что ранние города, вот видите, у Сеула сейчас 19 защиты, я не знаю, когда начнем его атаковать, может 21 будет. Этого мало против тарана. Да и конные лучники тоже очень неплохой юнит. В общем, ни у какой ранней нации нету таких вот бонусов. И довольно трудно защищаться от раннего раша гуннов. Конечно, отмечу, что вот так развиваться, как я вам сейчас показываю, для долгой игры за гуннов, естественно, не стоит. То есть у нас просто сейчас задача всего один город захватить, и поэтому мы вполне можем себе позволить не развивать там город
и так далее. Но для долгой игры вам все-таки стоит там и амбар строить, и уж точно не перекрывать рост городу. Это я так вам, в общем, пытаюсь описать стратегию игры загонов. А так вообще вы строите много войск, захватываете ближайшие города, то есть там и города-государства, и кого угодно. Ну, только смотрите, чтобы вам города-государства джихад не объявили, то есть имейте совесть, сумейте остановиться, когда у городов-государств вырастет обеспокоенность. Захватывайте города других государств, потому что в начале игры они будут беззащитны перед... войсками гунов. И конные лучники очень хороши, и таран. Да, обратите внимание, что таран не может атаковать других юнитов, то есть он может атаковать только города. Просто имейте в виду, а то вы можете попасть в просак, решите атаковать кого-нибудь тараном, а тут опа и облома, и подставите юнит. Ну, наверное, многие мне в комментариях напишут, что вот зачем вот так побеждать на последнем уровне сложности. Класс ведь цивилизации в стратегии. Ну, я с вами полностью согласен, просто интересно попробовать. То есть, мне нравится, что цивилизация, она с разных сторон интересна. Почему бы не поиграть, кто быстрее победит на божественном уровне сложности? Вот можете в комментариях потом мне присылать свои результаты. Правда, к сожалению, ссылки, наверное, не получится вставить. Но тоже можно посоревноваться, кто быстрее. А может, вы какими-нибудь другими нациями сможете быстро победить. Правда, я сомневаюсь, потому что таран крут очень. Подождите, там уже у кого-то и тоже был таран, по-моему. А, баллиста там у Ремля. Ну, в общем, до нее далеко идти по науке. Так что для раннего победы, для раннего раша гуны, конечно, лучший выбор. Ну вот, мы уже на месте, как видите. Можно следующим ходом атаковать, но на самом деле я сейчас подожду, пока, видите, корейцы уводят куда-то в сторону своих воинов. Они, ну, как бы, это компьютеры тем занимаются, что исследуют территорию вот таким образом, и плюс к тому воюют против варваров. Типа они считают, видимо, нас добрыми, что мы не будем... Ну, просто так мы подвели к их границам свои войска, посмотреть на город Сеул красивый, погуляем рядом с границами, совершенно не будем их атаковать, поэтому они уводят... Вот, видите, еще дружбу предлагают. Но, кстати, вот тоже Корея, она дружелюбная нация, один из вариантов, почему я ее выбрал. Ну и все. Так, воины уже далеко, можем начинать атаковать. Придется вылечить все-таки своего воина, не хватает у нас времени на лечение. Кстати, обратите внимание, что сейчас надо лучников обязательно, когда вы идете на рабочих, выбирать, чтобы они шли, а не стреляли. Потому что по умолчанию он... будет стрелять по рабочему, вы рабочего не захватите, а раните. Имейте в виду, я уже несколько, ну, много раз так обламывался таким образом. Ну вот, смотрите, сейчас, опа, таран почти треть от силы города снял. И, в общем, не страшно, что его будут ранить, потому что у нас хватит времени его излечить. Вот видите, сейчас город Сеул, наш таран на 25 очков здоровья ранил. Ну, предположим, если бы там был бы еще какой-нибудь воин, чуть больше было бы очков. Но тут никого нету, можно дождаться, когда никого нету. И все, следующим ходом наш таран уже получит промоушен, и мы его излечим и захватим силу. Так что следующий ход последний. Так, ну тут мы всех ставим. Не знаю, зачем я еще этим конным лучником иду. Честно говоря, уже можно было нажимать конец хода. Рабочий нам не нужен нафиг. Все это все лишнее только оттягивает сладостный миг победы. Ну вот видите, там наш таран убивают, но мы его сейчас излечиваем. Да, кстати, еще у тарана ж промоушен сразу, когда он появляется, против стрельбы по нему. Все, мы победили. Долгие годы. Сколько? 32 хода. Многие за 32 хода победа на последнем уровне сложности. Получится ли у вас быстрее? Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Играйте в умные игры.